Что такое Ho'oponopono? Это древнейшее гавайское искусство решения проблем. Оно помогает нам исправить наши ошибки и выполнить ту задачу, ради которой мы родились. Ведь все мы пришли на Землю для того, чтобы что-то изменить, что-то исправить. И вы – единственный человек в вашей жизни, который может это сделать. Доступная, элементарная, простая и при этом очень действенная практика, которая позволяет привести себя в состояние баланса внутри, которая приносит спокойствие, мир, несмотря на то, что может происходить снаружи. Это не всегда легко сделать поначалу, но со временем, с практикой, получается все проще и проще. Ho'oponopono – это гармонизирующее действие. Любое действие, которое может гармонизировать ту ситуацию, в которой вы находитесь. Серьезные люди рассматривали это учение и действительно увидели, что оно позволяет достичь результатов, которые, ну, кажутся, наверное, обычному, обыденному человеку как бы мистическими, наверное, можно так сказать. А на самом деле просто показывают связь вещей, связь событий и то, что как бы информация, она тоже чем-то является. Помимо того, что это вроде бы и как бы древнее гавайское учение, что это путь гармонии, и в то же время это очень современное учение, потому что оно позволило вот мне, например, осознать процесс вообще жизни и понимания жизни, и жизни в жизни, как что-то, что где-то на сервере, на таком общем сервере записана какая-то информация, и благодаря этой вот именно информации, записанной на сервере, наша реальность нами интерпретируется. Ну, человеку, практикующему медитации, я думаю, встречалось каждому, что действительно огромный поток информации, через которую тебе приходится просто очищать свое сознание, чтобы попасть в это нулевое состояние. Что же это за поток информации? Это наши воспоминания. Мы собирали их, накапливали в течение долгих-долгих воплощений. И сейчас, в наши дни, уже научно доказано, что мы приходим на Землю, уже заполненные определенной информацией, которую хотим очистить. И мы выбрали это сами, до своего воплощения, до своего рождения. И все в нашей жизни, люди, которых мы встречаем, ситуации, с которыми сталкиваемся, абсолютно все является еще одной возможностью что-то изменить. Но мы пришли на Землю и забыли об этом, и полагаем, что все наши проблемы происходят из-за кого-то. Мы обвиняем, жалуемся на всех. Но это похоже на разговор с монитором компьютера. Вы когда-нибудь пробовали разговаривать с монитором компьютера? Вы смогли уговорить его, чтобы он изменил изображение? Сам монитор ничего не сделает. Все зависит от вас. Только вы можете это исправить. Можно продолжать бесполезно спорить с кем-то, доказывая свою правоту. Или вместо этого можно сказать «благодарю тебя». Что это значит? Когда ты благодаришь, ты даешь позволение Вселенной произвести все исправления и удалить деструктивные программы. А также эта фраза является призывом к помощи. Когда мы удаляем какую-то программу, мы показываем Богу, что мы открыты. Мы говорим Ему: пожалуйста, приди и удали это. Я позволяю, я даю позволение. Вы открываетесь потоку Вселенной, когда вы не сопротивляетесь, когда вы находитесь в потоке, когда ваше сознание становится гибким. То есть в состоянии гармонии в Ho'oponopono подразумевает состояние вдохновения, божественное вдохновение, творчество, когда человек не задается вопросом «зачем?», он это делает, что вообще он делает, почему он делает, когда его сознание свободно от вопроса. И пока ты находишься в состоянии не потока, и у тебя есть вопрос, соответственно, то ты чистишь это состояние, этот вопрос способом Ho'oponopono. Он оказался самым быстрый и самый простой, потому что не нужно вдаваться в подробности, не нужно вдаваться в психоанализ, просто осознав, что ты вышел из состояния гармонии, ты просто возвращаешься в него, произнося 4 фразы: «Я извиняюсь», «Пожалуйста, прости меня», «Благодарю тебя», «Я люблю тебя».
Хо'опанапона невероятно проста. Нужно всего лишь произнести фразу «благодарю тебя», вместо того, чтобы злиться или реагировать. Каждый момент жизни мы делаем выбор, и у нас есть свобода выбора. Вот что важно понять. Если я сам не остановлю программу, если я не произнесу фразу «благодарю тебя», тогда я полностью потеряю контроль. Я полностью теряю контроль, когда мои воспоминания начинают воспроизводиться и делать выбор за меня. Когда ты знаешь, как отпустить ситуацию, ты становишься капитаном своей жизни. Ты, только ты решаешь, какой сделать выбор. Это настолько просто, что ваш интеллект решит, что проще пострадать, чем сказать тому, кто вас обидел, «благодарю». Или интеллект скажет «хорошо», а как правильно говорить фразу «благодарю тебя». Я всегда привожу в пример детей. Попроси ребенка сказать «благодарю», и он радостно побежит, приговаривая «спасибо, спасибо», а взрослый будет задаваться вопросами. Понимаете? Мы все пытаемся понять, проанализировать, но это невозможно, потому что таких вещей интеллект не поймет никогда. Нужно убедить свой интеллект в том, что заниматься Ho'oponopono действительно очень легко. Даже если он не понимает, как это работает, в Ho'oponopono вам не нужно ничего знать. Я обычно говорю людям, если что-то резонирует внутри вас, в вашем сердце, просто примите это. И вот, прямо сейчас, пока я вам все это рассказываю, ваш ум уже включился в работу, он выступает со своими суждениями, оценками. Отпускайте это, друзья, просто скажите этому в себе «благодарю». И я здесь для того, чтобы сказать вам, это работает на самом деле. Мне она нравится тем, что для применения, для использования этой практики не нужно куда-то идти, не нужны учителя, гуру, не нужны мастера. Ты сам умеешь это делать и сам можешь это делать в любом месте, где находишься. Едешь за рулем, чистишься. Что такое процесс очищения по Ho'oponopono? Это когда мы мысленно проговариваем один из инструментов. Мы можем сказать «я люблю тебя», «я люблю тебя», «я люблю тебя» или «благодарю», «благодарю», «благодарю». И мы можем проговаривать это фоном по жизни, когда все в порядке. Это тоже очищение. Или мы можем проговаривать это также в минуты, когда испытываем дискомфорт внутри. Например, мы расстроились. Или что-то пошло не так, как мы предполагали, и мы отчаиваемся, или нас кто-то обидел. Очищение по методу Ho'oponopono предполагает тотальное присутствие в осознанности, или вы просто можете посмеяться над проблемой. Если подумать критично и аналитическим умом, нелепая вещь, вроде бы она какая-то детская, глупая, и однако же она настолько работоспособная, что ты, погружаясь в нее, понимаешь, что она просто работает на 100%. И ты это видишь, если начинаешь применять прям, ну, сразу же буквально. Поэтому вот, если вы хотите, попробуйте. Просто последуйте моему простому совету. Попробуйте один день, вам кто-то звонит, вас кто-то обижает, вам какая-то информация не нравится, вас кипит все или что-то там, какая-то проблема возникла. Вы просто ее чистите с помощью вот этого метода Ho'oponopono. Думаете, я извиняюсь, пожалуйста, прости меня, благодарю тебя, я люблю тебя. И вы это говорите самому себе, как бы, за то, что вы попали в эту ситуацию. Вы извиняетесь за все свои переживания, вы просите простить вас. Вы благодарите все равно, что это все существует, и наполняетесь любовью, чтобы все это почистить. И вы увидите, как невероятно интересно это работает. Если я могу произносить «я тебя люблю», я произношу «я тебя люблю». Если это невозможно по каким-то причинам, я говорю «я очень извиняюсь», потому что я действительно извиняюсь перед всем миром за то, что я не могу любить в данную секунду.
Не то чтобы даже перед конкретным человеком или за что-то. Просто за то, что я не способна в данную секунду испытывать любовь. Тогда я как-то приближаюсь к благодарности. И этим ты меняешь ситуацию. Ho'oponopono really is. О чем Ho'oponopono на самом деле? В первую очередь о 100% ответственности, которую ты принимаешь за все, что происходит с тобой в жизни. Ты говоришь ситуации или тому, кто тебя обижает: «Я сожалею о том, что что-то внутри меня явилось причиной для возникновения этого. Что-то во мне притянуло эту проблему». После этого происходит трансформация, и я не тот, кто делает это преобразование, я лишь даю позволение прийти той силе, которая может это сделать. И эта помощь придет только тогда, когда я попрошу. Этот призыв можно делать, как описывал в своей книге Джо Витали, при помощи 4 фраз. «Я сожалею», «Пожалуйста, прости меня», «Я благодарю тебя», «Я люблю тебя». Но процесс очищения может начаться, если просто повторять одно слово «благодарю» или «я люблю тебя». И даже если ты не чувствуешь любви и благодарности, все равно проговаривай мысленно. Не надо вслух, не надо говорить это другим людям. Ты говоришь это своей программе, которая включилась и приносит тебе дискомфорт. Это все способ нажать на клавишу стирания программ. То есть, когда мы имеем в виду 100% ответственный ты, когда мы говорим об этом Ho'oponopono, мы не имеем в виду, что ты виноват. Никогда. Потому что ответственность и вина – это диаметрально противоположные части. Если ты находишься в чувстве вины, то ты точно не в ответственности. Ответственный человек – это тот, кто ощущает способность исправить это. Я могу с этим справиться. Вот что такое ответственность. Я способен нести ответ. Вот что такое ответственность. И в Ho'oponopono для меня первое – это 100% ответственность. Второе – это доверие. Без доверия невозможно ничего. Ничего. И если ты не доверяешь другим, ты не доверяешь себе, значит, ты не доверяешь Творцу. Потому что это доверие. Оно случается до веры. Ho'oponopono требует доверия. Вначале вы доверяете, и только потом, если произносите «благодарю тебя», что-то происходит. Мой учитель Хью Лен постоянно повторяет: если бы вы только могли увидеть, что происходит, когда вы говорите слова любви и благодарности, вы бы ни на секунду не остановились. И вот интересный момент уже из Ho'oponopono – это то, что считается, что случайностей как бы нету, случайных людей ты не встречаешь. Ho'oponopono считает, что если ты кого-то встретил в этой жизни, с кем-то пересекся, с кем-то вот внимание твое, так скажем, встретилось, то уже где-то, значит, на вот этих вот памятных структурах, на серверах, на этих записана какая-то ваша общность с этим человеком, с этим событием. События и люди появляются в нашей жизни. Они выглядят очень реалистичными. Вы можете их потрогать, почувствовать. Но надо понимать, что на самом глубинном уровне все это лишь отражение ваших мыслей. Мы смотрим на людей через призму своих лиц, которые представляют собой мнения, оценки, суждения, весь тот багаж, с которым мы живем. И когда мы занимаемся Ho'oponopono, как говорит мой учитель Хью Лен, мы стремимся к тому, чтобы видеть людей глазами Бога, а не сквозь нашу программу. Жизнь – это выбор. Ты либо пускаешься вслед за своими программами, либо выбираешь отпустить и быть счастливым. Ho'oponopono о том, чтобы отпустить то, что беспокоит тебя внутри, и дать Богу прийти. Действительно практика света, то есть она действительно говорит, что вы есть свет, который бьет вот через это вот как бы пространство, которое вы занимаете. Это память ваша, она может это пространство занимать настолько плотно, что свет даже не будет пробиваться. То есть он будет прям запутываться в этой памяти, и эта память, она и будет всем тем несветлым, что вы переживаете. А как только вы это убираете, все, этот свет, он там. Божественный свет льется все время. Наша форма прозрачна.
Но наша память загораживает естественное чистое восприятие этого мира. Поэтому все, что можно делать, это очищать память. Все, что после очищения приходит в вашу жизнь, всегда больше и важнее. Но видно это спустя время. Каждая проблема является для нас шансом к росту, развитию. Любая проблема делает нас лучше и сильнее. Мы думаем, что враги вокруг нас, что это наши соседи, правительство. Нет, врагами в Ho'oponopono являются мои программы, они внутри меня. И я люблю своих врагов, потому что все, чему мы сопротивляемся, усиливается. Если вы отпускаете, проблема уходит, потому что для сопротивления нужно как минимум два объекта, для ссоры два человека. Если один не будет реагировать, то второй ничего не сможет сделать. Допустим, вот я общался с каким-то человеком, и этот человек делал что-то неправильное, или как-то мне казалось, что он делал что-то неправильное. И вот до знакомства с Ho'oponopono я сталкивался с такой дилеммой. То ли позволять этому человеку вести себя, как он ведет себя, то ли высказать ему, что он ведет себя неправильно, и как бы влезть в череду событий, опять же, ну, своим осуждением, вроде бы правильным, но осуждением. И вот Ho'oponopono, она просто позволяет вам чистить этого человека. Как вы увидите, что кто-то ведет себя неправильно, или вам просто не нравится, что он себя неправильно, чтобы не разбираться, не критиковать, не анализировать, кто из вас неправ, как просто эту информацию всю вы можете чистить. То есть вы берете этого человека и говорите: я извиняюсь, пожалуйста, прости меня, благодарю тебя, люблю тебя. И это вы все делаете именно с самим собой, именно за то, что у вас какой-то появился негативный, ну или даже позитивный, ну какая-то вот отождествленность моментом. Внешний мир – это лишь отражение того, что происходит в твоих программах внутри. И исходя из Ho'oponopono, когда доктор Хьюлен исцелил все отделение душевных больных, он взял на себя ответственность за то, что внутри его бессознательного, в его подсознании, хранятся отпечатки деструктивных программ, из-за которых он привлек в свою жизнь вот тех людей. Он с ними, конечно, не был знаком, но услышав об этой новости, он понял, что ему нужно делать. И он практиковал к тому моменту Ho'oponopono один год. Феноменом этой истории является то, что он даже не встретился ни с одним из пациентов. Просто читая их историю болезни, сидя в отдельном кабинете, он на самом деле прощал, любил и брал ответственность за все, что он читал про этих людей. Эксперимент, который провел доктор, или даже его опыт, наверное, можно так сказать, был именно в том, что он являлся практикующим психиатром в госпитале с преступниками, которые страдали шизофренией. И он показал, что можно изменить состояние дела, и за 3 года этот госпиталь распустили полностью, закрыли. И случилось это только потому, что доктор Хьюлин, он чистил их историю. Он чистил память, наверное, мировую или память человечества, вот эту памятную структуру, которая хранила информацию об этих людях. И как он ее почистил, они сразу же изменились. Потому что оказалось, что они не являлись этими людьми, а это их память делала их такими. Представьте, что где-то на сервере записано, что вот вы такой. С утра вы просыпаетесь и становитесь таким, именно потому что там это записано. И вот я с вами знакомлюсь, чувствую, что для вас как бы, ну, вроде бы не натурально быть таким, что это какая-то иллюзия, что вы просто как бы играете. И вот я подключаюсь к этому серверу через молитву Ho'oponopono, переживаю все вот ваше вот это вот состояние и чищу его вам. Когда я включаю телевизор и слышу, что происходит в мире, в нашей стране, в других странах, я понимаю, сколько еще работы. Я не ругаюсь телевизором, я не обвиняю кого-то, правительство, соседей своих. Я приучила себя к тому, что если я слышу эту новость, и она меня расстраивает, то во мне есть что-то, что привлекло ее.
Был внутренний призыв, неосознанный. Я его не могу контролировать, потому что он в подсознании. Поэтому я просто говорю «благодарю». Благодарю за еще один шанс. Каждая плохая новость, каждая неприятная ситуация, которая, да, есть в моей жизни, я нормальный человек, и они случаются. Но сейчас они не забирают у меня силы, время жизни, моей любви к жизни. Но я тут же привожу себя в состояние баланса, потому что я понимаю, что моя ответственность заключается в том, что отпечаток проявился. Если он проявился, то я могу его удалить. Никто, кроме меня. И теперь, слушая тревожные новости, вместо того, чтобы ругаться на правительство, ты можешь произнести слова любви и благодарности. Со своего любимого дивана, дома, вы можете создавать невероятные изменения в мире. Лишь только потому, что вы пожелали взять на себя полную ответственность за все, что происходит с вами в жизни, и сказать: «Я сожалею о том, что что-то внутри меня явилось причиной того, что мне не нравится». Представьте, вы входите в темную комнату, и вы можете попросить кого-либо в этой комнате включить свет. Или вы можете сами включить его, не имеет значения. Свет включается абсолютно для всех, кто находится в этой комнате. То же самое происходит и тогда, когда вы произносите «Я люблю тебя». Благодарю тебя. Я могу это проговаривать сама, но хорошо будет всем. Когда я включаю свой внутренний свет, он зажигается для всех, особенно для моей семьи, родственников. Этим я стираю разрушающие программы, отпечатки воспоминаний. Они не передаются моим потомкам и не отразятся в том, кто родится завтра. У нас полно работы, нам хватит ее на всю жизнь, может быть, не на одну. И нам надо постараться прожить ее так, чтобы на следующий раз мы жили в более чистом мире. Ну, или как минимум за эту жизнь еще пожили в более мирном и добром обществе. И даже если кажется, что оно не работает прямо сию секунду, в этот же непосредственный момент, это не значит, что оно не работает вообще. Это значит, что идет практика и идет трансформация. Я сама поняла это далеко не с первого раза. Я проходила семинар по Ho'oponopono много раз, и где-то только на 10-й раз я ясно осознала: «Господи, если я создала все это в своей жизни, значит, я смогу это исправить». И да, я все еще я, все еще реагирую, и у меня есть воспоминания, которые воспроизводятся. Но знаете, как только я ловлю себя на этом, я начинаю очищаться, то есть благодарить. Сейчас я знаю, у меня есть выбор, и это не значит, что я не расстраиваюсь. Но будучи осознанной, я могу выбрать мир и спокойствие, и тогда приходит совсем другая реальность. Жизнь похожа на игру в прятки. Наверняка вы играли в нее в детстве. И когда вы считали от 1 до 10, ваши друзья должны были спрятаться. Представьте себе, я считаю до 10, потом открываю свои глаза, а вы стоите рядом. Все, игры не будет. Скукотища. Так вот, жизнь может быть очень скучной, если относиться к ней как к проблеме. Жизнь в том, чтобы находиться в присутствии и наслаждаться каждым ее мгновением, каждым мгновением путешествия под названием «жизнь». И теперь с помощью Ho'oponopono это путешествие может стать приятным. Like more wanting.